В Южно-Сахалинске запустили кольцевой маршрут. Автобусы останавливаются по требованию и охватывают несколько центральных улиц. Ленина, Буркаева, Комсомольская, проспект Победы. Водители забирают всех без оплаты. Кроме этого, на данный момент общественный транспорт курсирует от площади Победы до аэропорта Южно-Сахалинска через улицу Ленина. Автобусы также останавливаются по требованию. В Луговое, Новоалександровск и далее общественный транспорт планируется запустить в субботу. На расчистку основных городских магистралей сейчас брошены все силы дорожных служб. При условии, что мы сможем сейчас организовать проезд по улицам в сторону Новоалександровки, Лугового и Дальнего, и возможность разворота автобусов там на каких-то точках, на которых это будет возможно, да, мы запустим автобусы в этих направлениях, и, соответственно, информацию мы отдельно дадим в СМИ. Снижение осадков позволило дорожникам приступить к расширению проезжих частей и освободить от снега часть второстепенных улиц. Расчищены проезды к пекарням Южно-Сахалинска, Молокозаводу. На данный момент стоит задача обеспечить доступ к больницам и аптекам в городе. Основной проблемой при расчистке остаются брошенные автомобили. По словам специалистов, несмотря на все предупреждения, легковых машин много на основных улицах. На данный момент это существенно затрудняет работу по расширению проезжих частей. Ольга Буданова, телекомпания АИС-ТВ.